Концептуальный кроссовер Volkswagen Tiguan был впервые показан в Сан-Паулу в 2012 году. В 2014 этот же шоу-кар представили в Индии с прицелом на местную сборку. Однако вскоре проект был положен под сукно. А теперь подзабытое название решили возродить для совсем другой модели. Только что показанный на выставке Auto-Expo в Нью-Дели предсерийный Tiguan — это перелицованный Volkswagen T-Cross. Причем в удлиненной версии, такие уже больше года продаются в Южной Америке и Китае. Специально для Индии машину перевели на упрощенную платформу, усилили подвеску, увеличили клиренс и внедрили свой набор моторов. Именно поэтому продажи стартуют не сразу. Автомобили индийской сборки появятся у местных дилеров примерно через год. Клиентам предложат 3- или 4-цилиндровый бензиновый турбомотор, 6-ступенчатую механическую коробку или 7-ступенчатый робот. Привод только передний. Концепт-кар Skoda Vision Inn представлен в Нью-Дели одновременно с Тайгуном. И это неудивительно, ведь технически это тот же самый автомобиль, построенный на упрощенной версии тележки MQB. Скорее всего, серийная машина разделит агрегаты с Volkswagen. Под капотом концепта старший 1,5-литровый турбомотор. Приставка IN в названии автомобиля и платформы — это не только первые буквы слова «Индия», но и видение будущего. Примерно так же переводится фраза «Vision IN». Предсказание простое. С населением в 1 300 000 000 человек Индия обречена стать третьим по величине авторынком после Китая и США. И для успеха Skoda готовят тут линейку сугубо локальных моделей.